«Условный мент», четвертый сезон, это продолжение детективного сериала с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной в главных ролях. История рассказывает о не просто тандеме бывшего опера и капитана полиции. Вместе герои готовы на все, чтобы остановить преступность и коррупцию в городе на Неве. Первый сезон вышел в 2019 году. Многосерийный детектив по достоинству оценили как кинокритики, так и зрители. Поэтому создатели проекта не стали останавливаться на одной части истории. По предварительной информации, дата выхода четвертого сезона из сериала «Условный мент» назначена на осень 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.